Добрый день, друзья. Не добрый день вам, нет руки. Я как-то уже рассказывал здесь, что у меня была конфликтная ситуация в прямом эфире с Ольгой Дыховичной, вдовой Ивана Дыховичного, и мужем, она сейчас муж, ну или жена другого режиссера. Не помню фамилию этой дамы. В общем, песня совсем не о том. Вот, и Оля в свое время приехала. Я говорю, Оля, потому что ей тогда было, в общем, 17 или 18 лет. А Дыховичному, ее возлюбленному, за 50. Она приехала из Минска. Я Минск назвал в разговоре с ней провинцией. Она очень закономерно по этому поводу взбрыкнула. И я к чему, что вот недавно я разговаривал с другой минчанкой и как раз задавал ей этот вопрос, как она относится к Минску. И Лечила меня, в общем-то, удивила в некоторых вопросах. Она, кстати, потрясающе интересный собеседник. Она несколько в тени своего супруга, народного артиста Бочкина, находится, ну, по моему мнению. А в принципе, она, ну, и актриса, по-моему, очень такая интересная. И собеседник просто комфортный и такой, который не боится вопросов и очень по мне хорошо отвечает. Вот нам любопытно про Беларусьфильм, который, оказывается, называется «Партизан» фильмом. Я полную беседу потом выложу на своем канале «Золотая рыбка». А сейчас послушайте небольшой фрагмент. Когда, ну, про Белоруссию открыли эту дверь, лет 6 назад вы давали интервью в проекте «Рожденный в СССР» Володе Глазунову, моему коллеге и товарищу, и вы там как-то пробросили, что Минск красивый, но больной город. Да? И, да, вот это вот я вот прям пересматривал. И он почему-то не ухватился за это, не спросил, что именно вы имеете в виду. Ну, то, что красивый, это здесь понятно. Нет, что, красивый, что вы имели сейчас в виду, он еще красивый. Чем он болен? Потому что из него все время уезжают. Это парадокс. Из этого города уезжают талантливые люди. И их очень много по всему миру. Я не могу объяснить этот феномен этого города, почему оттуда вот чуть-чуть человек, и он убегает. Я не знаю, что это. И почему это. При том, при всем, что город, правда, чудесный, сейчас он вообще такой стал красивый, еще красивее. И все, кто приезжает временно в Белоруссию, все в восторге прямо от Минска. Вот. Но мне энергетически там хватает 3 дней, и я бегу. А в советские времена это была по сравнению, с Москвой провинция? Или это все-таки была столица Республики Союзной? Или все-таки я слово провинции я не вкладываю никакой негативной коннотации. Просто... Я поняла вопрос. Как это сказать? Сейчас у каждого города, у каждого места есть планка. Вот есть такая высота, которую ты берешь. А дальше почему-то эту планку не переставляют. Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот я понял, везде. Да. А в Москве она все время переставляется. Вот эта планка. Поэтому никто допрыгнуть не может. Вот в чем уникальность Москвы. Потому что я сколько себя помню, я всегда топала именно в Москву. Почему? Ну вот такой энергетически такой организм. А какая у Беларусьфильма была вот в киношной среде репутация? Тогда? Слушайте, что говорили про «Партизан-фильм»? «Партизан-фильм», да? Да, все говорили, ну потому что очень много военных картин снималось. Ну еще бы, просто, такая история. Да, безумное количество снималось. Беларусьфильм, кстати, тоже такое намоленное такое место. Там такие старые коридоры, и что-то в нем есть энергетически. И, слушайте, ну когда-то в союзных республиках все было прекрасно, понимаете, был Таллин-фильм, кто там в Риге была чудесная киностудия, где у нас Одесская кино, у нас же были эти киностудии, все же было, потом все студия Довженко, все это потом куда-то разнесли по кусочкам. К сожалению, большому, ну, они же выдавали очень много фильмов, просто какое-то колоссальное количество фильмов выдавалось. И Беларусьфильм тоже наряду с этими
выдавал тоже очень много-много интересных проектов. А Станюта, которая у нас была, просто чудесная. Я ее из детства помню, как я бегала по коридорам к ней на озвучание. И смотрела, как она звучала. Потому что раньше же звучали не как сейчас, наш 21 век, когда ты скажешь «а», и твое «а» подвинут, куда ты захочешь. Еще обрежут, вставят туда «о», растянут, и мы попали. Понимаете? Раньше же было по-другому. Пленочку крутили, да, и по кругу вот так. А еще звучали как два артиста, три артиста, если они в кадре, а не по одному. И это было живое, поэтому этот звук, он не расходился. А сейчас вот там какая-то вот теряется немножко. Mm-hmm. Я помню, как я стояла, вот она звучала. Я тогда, кстати, научилась звучать. Я поэтому сейчас и звучу как пуля, и терпеть не могу вот эту «подвинь, Маня». Какой «подвинем», я попаду! Я стреляю метко. Ну, мне даже вот, мне кажется, это... Сейчас, правда, сейчас же пишут все-таки живой звук в большинстве. Uh-huh. И там тебе сейчас на озвучке там три фразы там, где-то там самолет пролетел. Uh-huh. Вот. Вы, кстати, говорили, что вам приходилось с говором бороться. Был легкий... Был. Я, естественно, его не замечала. Но в Беларуси есть, знаете, какой говор? Какой? Сейчас скажу. Там... тянут немножко, без двадцати, вот это мягкое «т», «ц», «ти», «ти», вот, и вот это без двадцати, у меня Бочкин, знаете, как надо мной издевался, когда мы репетировали в театр, который час, я говорю, без двадцати четыре, что? Что она сказала? Это правда было, я не замечаешь этого, но вот эта мелодика белорусская, она есть, и когда я сейчас приезжаю в Минск, я ее слышу уже. Вы, кстати, как-то говорили, что надо бы вернуть цензуру, и что в советское время была выше планка профессиональная. Да. Может быть, просто это потому, что, ну вот я тоже там рожден в СССР, советский человек, может, потому что это вот какая-то ностальгия, мы были там и помоложе, и портфейн был подешевле. Может, нам кажется, что прямо кино такое? Или оно действительно было лучше, чем нынешний советский кинематограф? Безусловно, было лучше. Прям безусловно. Вот серьезно, безусловно. Нет, я, мне безусловно. Я не в качестве полемики, я у вас как у профессионального человека пытаюсь... Мне кажется, что золотое время кинематографа, вот эти 70-е точно, 60-е и 70-е, я про 80-е не говорю, но вот когда, ну, 70-е, скорее всего, оно было правда золотое. Конечно, столько картин, просто столько мастеров, столько режиссеров, столько монстров. Где они, эти монстры? Что, все сейчас, передохли? Сейчас нет интересных режиссеров? Личностей. Ну, я не знаю, может быть, они где-то там прячутся, их очень мало. Но вот именно все-таки масштаб личностей, знаете, как было... Если там, знаете, вот если народный артист, то он действительно был народный. А сейчас народный... Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба». Ну, у меня не было никакого выбора, потому что я знала с детства однозначно, что я буду актрисой. Актерская профессия только с виду такая простая. На самом деле это тяжелый труд с переездами, длинными сменами. Тебе нужно учить роли, вот ты не спишь. Некоторые съемки начинаются в 3 часа ночи, и некоторые длятся и не по 12 даже часов, а по 20 часов. Те, кто в итоге попадает на съемочную площадку или в театр на репетиции, понимают, что это все не так просто. И если человек знает цель, он идет. Это как в навигаторе. Забил точку «Б», и ты к ней пилишь. Можешь, конечно, попасть и в аварию, вот. Можешь и не туда свернуть, но если ты знаешь конечную цель и куда ты хочешь, то ты туда приедешь рано или поздно. Надо не бояться и делать, а потом будь что будет. Потому что если не попробуешь, ты не узнаешь.